Привет, друзья! Сегодня мы с вами испечем творожный пирог с яблоками. Нежнее и вкуснее творожной выпечки с яблоками я не знаю. Творожное тесто, я его делала по рецепту кексов, в сочетании с яблоками, это бесподобно вкусно. К тому же тесто делается прямо в чаше. Смешал все миксером и готово. У меня на это ушло всего 6 минут. Я засекала. Итак, готовим. Взбиваем в чаше с щепоткой соли белки двух яиц. Когда они увеличатся в 2-3 раза, частями добавляем половину сахара. Теперь добавляем желтки, чередуя их с сахаром. Должна получиться вот такая пышная масса. Теперь в эту массу выкладываем сливочное масло, сметану, творог и как следует перемешиваем все миксером. Ну и в конце добавляем просеянную муку, разрыхлитель, ванилин и все перемешиваем на небольших оборотах миксера. Тесто получается гуще, чем на оладьи. Теперь быстро подготовим яблоки. У яблок я удаляю серединки и режу их пластинками. Берем форму, у меня она диаметром 23 сантиметра, и выкладываем в нее наше тесто. Дно формы я застелила бумагой для выпечки. Равномерно распределяем тесто по форме. Затем вставляем пластинки яблок в тесто. Я вставила их вот так, по кругу. Выпекаем нашу творожную шарлотку в духовке, разогретой до 180 градусов, около получаса. Я включаю оба тена и конвекцию. Готовность пирога можно проверить зубочисткой. Вот так хорошо поднялся наш пирог. Дадим ему полностью остыть в форме. Теперь вынимаем пирог из формы, а перед подачей на стол его можно немного присыпать сахарной пудрой для красоты. И вот такая нежная, потрясающе вкусная творожная шарлотка у нас получилась. Как видите, приготовление очень простое, а результат, я просто уверена, вас не разочарует. Готовьте и в комментариях пишите, что у вас получилось. Буду рада, если вы подпишетесь на мой канал. Всем удачи в делах и приятного аппетита! Пока-пока!